запах сильный. Пользуюсь я стартовым пистолетом. Не знаю, откуда он у меня взялся. Очень давно он уже. Или был он, или Антон принес, не помню. О, то есть, когда дичь поднимается, я имитирую выстрел. Ну, пытаюсь остановить. Сейчас самое главное для меня, конечно, это погонка. Я думаю, что долго я буду с этим бороться. То есть после подъема дичи бегут. Стоять! Естественно. Ну, кричу там, стоять, останавливаться, возвращается. Ну, не то. Соревнования снимут. Ну, и как понятно, должны останавливаться. Ну, будем каждый день работать. Команду стоять, конечно, отрабатывать. Так что такие дела. По челноку уже для меня вопросов нет. Для Дратхара, я считаю, это шикарный челнок. Ну, не шикарный, нормальный, рабочий. Они маленькие еще, 7-9 месяцев. Работать и работать. Будем работать до конца августа. Будем стараться каждый день в поля выезжать. Что у нас еще 3 месяца, июнь, июль, август. Ну, 2,5. Подготовим. Отрабатываем команды. Ко мне! Молодцы! Хорошо, молодцы. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда, Шира. Стоять. На послушание. Сидеть. Умбра, сидеть. Сидеть. Молодец. Лежать. Ну, типа лежать, да? Все. Лежать. Не хрюкаться и не грюкаться. А лежать. Когда ж у нас уже ветер-то будет. Вперед, работаем! Что такое? Что ты почувствовала? Ну, мы долго ты по этой дороге вперед нажал. Так, ну, только что подняли фазана. Все, вот это вот. Шира носилась, гавкала, будет с голосом работать. Ну, хорошо, удобно. Он по дороге бежал, сюда повернул, вот эта умбра повернула с дороги сюда, стала в стойку, я ее послал, ну, подняла фазана. А вот и куропатки были. Стоять! Молодец, умничка! Вот эта фазаниха бегала, что вы с ума сходили. Стоять! Стоять! Вот здесь она сидела, да. Да, здесь у нас где-то. А, давайте посмотрим, что у нас тут было. Иди сюда! Иди ко мне! Умбра! Ко мне! Иди ко мне, иди ко мне! Стоять! Стоять! Успокойся! Стоять! 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 Успокаиваемся! Успокойся! Шира, иди сюда! Стоять! Шира! Стоять! Все, постоим. Стоять место. Успокаиваемся. Хорошо. Хорошо. Молодец. 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 Только надо стоять. Бежать нельзя. Да, снимут соревнования. Спокойно, успокаиваемся. Успокаиваемся. Все. А, нельзя, нельзя, нельзя. Ёжик, господи ты, боже мой. Ой. Ёжик. О. Ух ты.
нет, ложечка света. Что-то здесь было. Фазан, не хочу. Фазан. Тут фазанье царство. А вон заяц побежал. Елки, она за зайцем шла. Вон он заяц. Не знаю, будет видно, не будет. Она за ним идет. Вот красавица, а. Вон он, по травке идет, по травке спускается, вот в кустики зашел. Все, молодец, умничка, иди ко мне. Шира, иди сюда. Это тоже почувствовала. Иди сюда, ко мне обе. Умбра, ко мне. Молодцы, хорошо. Ко мне. Молодцы. Все, пошли назад. Стоять. Ко мне. Стоять. Ко мне. Стой. Ко мне. Стоять. Стоять. Иди ко мне. Стоять. Место. Как бы важная команда стоять, потому как не останавливаются они после того, как птица поднимается. Это самое главное, чтобы не бежала. Не говоря о том, чтобы стойки делали. Ко мне. Можно пить водичку, да. Молодцы. Жить. Стоять! Молодец, хорошо. Хорошо, да? Сидеть. Отдыхай. Успокойся. Дайте интервью давать будет. Интервью будешь давать? Не будет. Твою мать, на той стороне перед убьет. Заяц. Холодно. Оп, и сел. И зайчик. Оп, побежал. Приехали на пруд, хочу, чтобы девчонки покупали. Вперед. Пошли. Да. Молодец, принеси палочку, принеси. Вот молодец. Шира, дай. Неси, Широчка, неси. Неси. Ну, хоть покупалась, это слава богу. Молодцы. Сидеть. Все, сохнуть. Стекаем, сохнем. Вот такая дисциплина.
походили, покупались. Вон красота какая. Ну что за красотки такие? Фу, нельзя, нельзя, нельзя. Ёжик опять, Оксан. Молодец, молодец. Шира подняла куропатку со стойкой. Стояла, я ее не видел. Отлично, молодец. При том, при всем, ветра практически нету встречного. Так что умничка, вон оно место, где она сидела. Молодец, Шира, молодец. Красавица. Вон крапива какая, выше меня. Нормальная крапива. Жить! Стоять! Жи ко мне! Фу, фу, нельзя! Увидел заяц, спрятался. В канаве, сейчас посмотрим, здесь он или нет. Вот он здесь спрятался. Вот он, вот он, смотрите. Вот, вот, вот он, вот он, вот он, вот он. Тормоз ты. Пусть зайчика запах хоть почувствует. Ну все, он крикнул, возвращается. Ехал, увидел тень, что мелькнуло. Зайчик маленький. Пошли, все. Молодцы, молодцы. Лапусик мой. Мой лапусик. Посмотри, какие сочные. Сюда красивые. А, облака. Тучки. Такие перед дождем.